de tam. Надо на бревне тренироваться, поехали там бревно к тому. Не, Ром, сцепление мало и газом работает вообще. Конечно, ты и сцепление вообще смотри. Ром. Здесь хуёво, здесь очень мягко. Здесь очень мягко, здесь прокручивает. Поехали туда, в лес, там лучше было. Показывал что-то, блядь, Бенц, смотрю, нормально. Может, там то, что прыгал. Опять показывает, странно. Но показывает, когда, хотя, в принципе, тут есть. И тут нормально. Ну, блядь, я думаю, хватит нам на час. Ну, сейчас столько же примерно. Ну, у меня здесь так и здесь так. Похуй, поехали.
хорошее место. Больше, больше сцепления газа. Пробы почти останавливаются и потом сразу приостановиться. О, охуенчик. Что ты рассказываешь, блядь? Тебе надо перебрать его, брат. Раза в два.